Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Как вы догадались по названию видео, сегодня дегустация. Месяц назад мы приготовили сыр Сент-Мор. Вот такие вот поленца чудесные. На палочках. Давайте их попробуем. После того, как на сыре выросла плесень, то есть он полностью зарос плесенью, мы его завернули в бумагу для созревания плесневых сыров. И вот что у нас получилось. Естественно, палочку вынули. Ну, соломинку. Вообще он на ржаной соломинке должен вызревать. Сейчас я хочу разрезать, показать вам разрез сыра и продегустировать его. Ой, какая красота! Обожаю сыры, которые вызревают в золе. Это просто супер! Сейчас на разрезе Сент-Мор выглядит так. Его можно оставить созревать еще на 2 месяца. Тогда внутренность сыра, сырное тесто, будет размягчаться. И в конце концов он поплывет. Но я не люблю такие сыры. Я люблю больше вот такие вот, которые мягкие. То есть он сейчас очень мягкий, эластичный, но в то же время еще не плывет. Давайте попробуем. Я вам попытаюсь рассказать, какой он на вкус. Итак, Сент-Мор. Класс. Такой грибной он шампиньонами пахнет, причем так классный грибной аромат. Просто очень яркий. Попробуем. Фантастический вкус. Я даже не берусь описать, какой он. Немножко грибного послевкусия, но вот сам сыр, в первую очередь сам сыр, на что же он похож? Да ни на что он не похож. Слушайте, друзья, он очень вкусный. Я не знаю, как описать, я вообще не мастак описывать вкусы, но реально сыр очень вкусный. Фантастика просто, я даже не ожидал. Я думал, что он будет похож на сыр Валансье. Вы помните, мы готовили? Если не помните, посмотрите у нас на канале. Усеченные пирамидки, тоже в обсыпке из золы. Но этот сыр просто потрясающий. Но сложно. Очень хорошо выделяется вкус шампиньонов. Вот и он чувствуется. Немножко какой-то... Нет, я не могу сказать, что есть какие-то ореховые или фруктовые нотки. Нет, все-таки вкус шампиньонов, грибной вкус и грибной аромат преобладают в сыре Сент-Мор. Ну и считаю, что результат у нас получился удовлетворительный, друзья. С удовольствием вам представляем дегустацию. Кстати, ссылку на видеорецепт, как мы готовили этот сыр, я размещу в описании видео. Также напомню, что сыр мы готовили, мы разрабатывали этот рецепт для интернет-магазина sirok.com.ua. На сегодняшний день в интернет-магазине sirok.com.ua вы уже можете купить готовый набор ингредиентов для приготовления этого сыра. То есть не заморачиваться с подбором заквасок, плесени и так далее, а купить готовый набор. Ссылку на набор я тоже размещу в описании видео. Если же у вас нет возможности, если вы, допустим, из России зритель, тогда в основном видео, там где рецепт, вы найдете количество и название необходимых ингредиентов. Сколько какой закваски надо использовать, сколько какого фермента, какие виды плесени. И вообще можете посмотреть видео о приготовлении. Кстати, сыр очень легкий в приготовлении, но результат превзошел мои ожидания. Он реально вкуснячий. Как конфета, можно лакомиться. Друзья, ну вот, дегустацию я показал, даже не знаю, что еще сказать. Сыр классный, сыр крутой, попробуйте приготовить. Действительно очень простой. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой готовим и снимаем для вас новые сыры. Всего доброго, пока!